Всем привет! Сегодня хочу попробовать напрямую, без всяких буферных аккумуляторов, зарядить при помощи вот этой вот панельки, вот этот свой КПК. Сейчас на часах уже 3 часа, без 10 3. Но я хотел это в 10 часов сделать, но получается... Но получается, что КПК был заряженный, и пришлось его разряжать. Разрядил я его, в общем, полностью. Он когда у него... О, еще немножко что-то видно. Еще и меня даже видно. Видите, как я вам снимаю все видео? Вон он показывает, что уже батарея села. Так, и уже яркость экрана даже вот не показывается. То есть вот 7%. Вот видно, да? 7%. И он еще работает, проработает он, сколько он проработает, 17 минут с этими 7%. Ну и попробуем его зарядить. В 3 часа у меня уже солнце, в принципе, уже уходит в сторону, и сейчас немножко облачность, но мы просто посмотрим. Я думаю, сниму так 2 видео, то есть вот когда, может быть, завтра сниму, когда будет солнце. То есть вот сяду работать, буду работать и, соответственно, выставлю это и все засниму. И сейчас вот уже облачность. Если покажу, какая погодка. Вот такая погодка. Солнышко не буду снимать, если честно. Я ничего не вижу в камеру. А, вот так вот только вижу. Вот такая у нас погода. Вот у нас солнце. Быстренько его покажу. И, естественно, ну, у нас примерно, конечно, еще есть где-то часа 4. Такой вот солнечной погоды. Ну и, естественно, посмотрим, что у нас из этого получится. Сейчас присоединим солнечную панельку, вот эту вот, вот тоже вот мое отражение видно, солнечную панельку на балкон и замерим то, которое она выдает. Вольтаж, в принципе, нет смысла, она реально выдает 5 вольт, то есть 5-6 вольт, это даже не интересно, а вот именно сила тока, она меняется. И мы это замерим и потом подключим зарядку. Таким образом ее присоединили. Держится она довольно неплохо. Сейчас проведем замеры. Так, вот наш вольтаж, то что она выдает. Ну и вот ампераж. Да, кстати, в свете последних событий, я как-то постараюсь, он 0,80, то есть у нее норма 0,7, но она выдает 0,8. 800 миллиампер. Ну и сейчас вместе с вами соединим этот кабель питания с КПК. Так, ну и посмотрим, каким образом просядет напряжение. Вы помните, да, 0,800 миллиампер. Кстати, эти и другие видео вы можете бесплатно, абсолютно бесплатно смотреть у меня на канале. Канал называется Natalex02. То есть в YouTube вбиваете Natalex02 и эти видео смотрите. Дело в том, что бывает такая ситуация, когда видео перезаливают, потом скачивают и на какие-то непонятные хостинги выкладывают. Так. Надо же, чтобы вы и заметили, насколько просядет напряжение. Так, смотрим. Подключаем включенный зарядник. Видно, да, тут? То, что все работает от батарейки. И вот осталось 18 минут, да? Вот видно, да? Все. Пишет, что уже
Fatal Error скоро будет. Вот, мы подключаем к заряднику. Зарядник мы только что видели, что он был подключен у нас к солнечной батарее. Вот смотрите, как просело напряжение. Но и сейчас сразу облачко еще попало. Поэтому, в принципе, у нас, я думаю, что он будет хорошо заряжаться именно на солнце. Почему? Потому что родная у него зарядка идет 2 ампера. И в выключенном состоянии. Поэтому мы его выключим и оставим заряжаться. Так, смотрим. Вот тут должен светодиод загореться о том, что идет зарядка. У нас как нарушено облако. Сейчас покажу. Видите? Ну-ка, пока у нас облако, давайте посмотрим, сколько у нас ампер вырабатывает наш. Восемнадцать миллиампер явно ему не хватает. Он где-то 500 миллиампер, он уже ругается. Ну, в общем, я его оставляю в зарядке. Естественно, когда будет солнце, он зарядка пойдет. И я попробую просто вот каждый час подходить и снимать небольшой ролик о том, что же изменилось у нас за время зарядки. Вот так оставляю. Так, это все, чтобы хотя бы красиво как-то что ли было. Вот это вот так. Часы вот так. Сейчас видите, да, 3 часа. Давайте сейчас мы сделаем. У нас, в принципе, ровно 3 часа, так что. Так, ну и мультитестер еще в кадр надо. Вот так как-то. Все, вот здесь светодиод загорается и символизирует о зарядке. Сейчас, блин, облачко будет долго. Ну ладно, я пока отключаюсь. В общем, запомнили, да? 0, 17 минут оставалось. Не отходил, буквально прошла минутка, и вот видите, пошла зарядка. То есть пошла зарядка в КПК. Напряжение подскочило до 5,8 где-то так, и в этот момент пошла зарядка. Ну все, тестируем дальше. Ну что, прошел у нас час 10. Час 10, зарядка идет. Давайте посмотрим, что у нас за это время накопилось в нашем КПК. Да ё-моё. Так, я тут, блин, не одет и нифига. Ладно, так, ну-ка, и что тут у нас получается? 0,29, то есть у нас было 7%, стало 11%, за час стало 11%. Ну, продолжаем дальше. Ну, перед тем, как включу, давайте посмотрим, что у нас. 5,65, и посмотрим на... Напоминаю, что зарядка 2 ампера дает. 0,65, то есть солнышко уже идет. Ну, я сейчас покажу, куда солнышко идет. Так, все, включаем зарядку. Так. Это у нас включенный. Включенный не хочет заряжаться, мало ему. Поэтому выключаем. Видите, выключен и сразу же пошел заряжаться. Ну, где-то через часик постараюсь. Ну, может, не через часик, может, вот к 5 часам продолжим. Ах, да, еще сейчас покажу, где уже солнце наше. Так. Вот панелька. И вот солнце. То есть оно уже немножко боковое. Может, попробую сейчас что-то подложить сюда. Наверное, что-то подложу, чтобы максимально. Вот так все подложил, чтобы более-менее было на солнце. Так, и сейчас глянем, что нам это дало.
было 0,6, да, помните? А стало 0,0. Так. А, блин. Я чуть-чуть переключил, а ампераж не включил. Ну, 150. Ну, судя по всему, там какая-то... А, нет, блин. Шторка моя мешает. Так. 150 миллиампер нам добавилось. Так что есть смысл направлять батарею на солнышко. Ну, все. Ну что, сказал, что в 5 посмотрим, а уже 5:30. По работе не получилось у меня раньше это сделать. Ну, в принципе, зарядка уже не идет, так как солнышко уже ушло в бок. И я, в принципе, даже не знаю, когда она закончилась, эта зарядка. Давайте посмотрим, что у нас генерируется батарейкой. То есть 170 миллиампер. Ну, для зарядки телефона этого будет достаточно, или какого-то там повербанка, а вот для зарядки КПК уже не хватает. Ну, сейчас глянем, что у нас тут получилось. Блин. Так, 14%. А сколько у нас там было? У нас что-то, по-моему, столько и было, да? Да, за это время у нас особо зарядки не прибавилось. Так. Но, тем не менее, яркость уже можно регулировать. Так, ну что я вам скажу. Сегодняшний тест, в принципе, показал себя, ну, вяло, скажем так. Почему? Потому что начали мы с 3 часов, и в принципе для зарядки нужен большой ток, а батарея максимально она выдает 700 миллиампер по паспорту, но вообще она выдает и больше, там и 800, и 850, один раз даже 900 видел. Поэтому сегодняшний тест у нас прошел не с самой лучшей, скажем так, стороны. Почему? Потому что у нас и мало того, что облачность, так еще плюс ко всему время уже близилось к вечеру. А, ну еще тестируемый аппарат у нас был КПК, которому в принципе нужно 2 ампера, а наша батарея выдает меньше даже чем половину требуемой ему мощности. Но мы завтра попробуем, вот как начну работать, где-то в районе там где-то 10 часов все это поставлю и посмотрим, за сколько времени зарядится данный КПК. Не знаю, какая будет завтра погода, будет или солнце, или может быть будет тоже такая же облачность. Но мне просто интересно сам процесс, и думаю, некоторым из моих подписчиков и также некоторым из моих людей, смотрящих мой канал, тоже будет это интересно. Кому понравилось, ставьте лайк. При желании подписывайтесь на канал. Ну и жду вас в гости в следующий раз. Напомню, что все это видео можно абсолютно бесплатно смотреть на моем канале в YouTube. Natalex02 канал. И все, никаких проблем не нужно. Никаких скачиваний, никаких, не знаю, там, в общем, закачек на всяких платных ресурсах. Просто канал на YouTube. Ну все, пока.